Мур, привет, друг, это Зверько. Сейчас я расскажу о еще одном реворке персонажа, который очень давно напрашивался на этот самый реворк. Изменили Эстеса. В свое время я отвечал на письма по персонажам на тестовом сервере. Писал предложение разработчикам, где Эстес должен усиливать союзников или ослаблять противника своим кругом дополнительно, а не жить он ли за счет исцеления. И догадайся, что они сделали. Баф, да, но самого Эстеса. Теперь этот весело бегающий дядька, который становится юзлом, как только противник покупает антихил, усиливает самого себя в момент исцеления. Когда он кого-то лечит, то получает часть физической и магической атаки. Это работает как на первый навык, так и на ульту. Хохма в том, что мы не можем реализовать эту силу. Нам нечем стрелять. Окейси. Вот купил ты криты и лечишь союзника с физатакой. За счет того, что ты лечишь, быстро перезаряжается пассивка Эстеса. И его пассивка своим уроном замедляет тебе атаку и не учитывает физурон. Если мы стреляем с руки, получается 2 крита нормальных, пассивка, 2 крита нормальных, пассив... Ну это кошмар. При том, что пассивка бьет, ну, на свои 300 урона, что ли. И что? 2 удара, потом пассивка, 2 удара, пассивка. Окей. Собираемся в защиту и магию. И лечим кого? Магов? Вот прямо в пылу боя, когда дохнет танк и боец. Хорошо. Допустим, вы вдвоем с магом. Вот ты лечишь и усиливаешь свою магическую силу, допустим, от циклопа. Окей. А врагов-то чем бить? Разок круг на него поставить. А потом антихил в лицо и привет. В общем, зацени видео под приятную музыку, а я пошел переводить дальше. У нас впереди обнова и два реворка, Рафа и Лисунсин. Не забудь лапку. Пока.